здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в War of Chosen XCOM 2, продолжаем проходить. У нас на повестке дня экстремально сложная миссия, диверсия на объекте пришельцев. И говорят, что там мы встретим, ну как говорят, Брэдфорд говорит, или там кто там, разведка, короче, докладывает, что мы встретим там кого-то из тех трех боссов, которые есть в DLC, вот этом, ну, в общем, в охотниках в этих. Поэтому начинаем и посмотрим, как оно будет и кого мы из них встретим. Я что-то даже подзабыл, там, помню, что какие-то жесткие, там, типа, змеючка была. Морозная такая змея была, что там, берсерк какой-то был. Ну, что-то не помню еще, кто там еще был. Неважно. Сейчас посмотрим, кто это дело охраняет. Заложить X4, чтобы уничтожить объект пришельцев и эвакуировать всех солдат. Окей. Кстати, было бы неплохо с собой взять-то Виолетту, да? Вот я про что не подумал. Вот это я неправильно сделал. Почему? Потому что... Блин... А, слушайте, было бы классно взять, например, кого-нибудь типа Виолетты и, например, три снайпера, условно, да хоть всех снайперов потом, ну, то есть Виолетта и остальные все снайпера. И просто она засвечивает, а снайпера работают по этой цели. И прикиньте, 5 выстрелов из винтовок, каждая там, условно, даже там, ну, пускай там в среднем по 5 урона. Там кто-то промажет, да? 20-шечка урона за ход. Так-то было бы неплохо, мне кажется. Тут смотри, с мобильностью вообще порядок. Так, давай выдвигаемся. Никого. Здесь никого, говорят. Окей. Тогда... Пошли тогда. Потихонечку тогда. Такой топот только стоит. Так. Чисто, да? Здесь край карты. Опять же, если какой-нибудь берсерк будет... Блин, короче, я не знаю, сейчас надо нам сначала спалить, кто здесь будет, а уже исходя из этого будем решать, как нам дальше поступать, как нам дальше... Опа, здравствуйте, мы тут немножко дверки откроем. Так, и вот это не очень классно, почему? Потому что я бы не хотел палиться до момента обнаружения... Хотя, с другой стороны, опять же, да? С другой стороны. Пошли. Еще один. О, там, смотри, этот уже сверхтяжелый мэг. Так, давай, подтягиваемся. Сейчас будем здесь, по ходу дела, уже разбираться, кого и куда. И как мочить мы будем. Давай, например, ты сюда... Ты сюда. Было бы неплохо какого-нибудь робота подзахватить. Это было бы вообще шикарно, да? Так, ты у меня будешь гранаты кидать, если что. Давай сюда. Ты будешь маяки имитаторы кидать, если что. Окей. Все, мы готовы. Так, 2 копейщика и этот тяжелый мэг. Ну смотри, какой жесткий парень. 3 брони у него. И у тех тоже, у копейщиков тоже по 1 брони. Так что было бы неплохо закинуть им для начала гранатку какую-нибудь, чтобы снести броню. И плазменные гранаты должны, по идее, 2 единицы брони убрать. Так, здесь нас палят. Мы уже двигаться не можем. О, слушай, а что такое? Как так? Я же не стрелял из него. Серьезно, он даже между заданиями не перезаряжается.
Что, правда? Так, давай ты сюда. Они что-то куда-то сюда идут, поэтому сейчас, похоже, нас запалят. Готовимся их просто встречать. Три брони. Жесткая. Блин. Ну, нам как вариант надо пострелять тогда вот этим парнем, потому что у него 10% вероятность убийства. Так, эти ничего не хотят сваливать, что ли? Алло. Так, а если здесь мы видим только этот пак? А как мы запалили вот эту скотину? А, она просто бегает, да, получается? Слушай, надо, короче, валить оттуда. Прям вообще не хочу с ней даже дел иметь. Замес начнется. Давай, ты сюда. Ты только этого видишь. Ты только эти... А, блин, все равно два пака видим. Блин, ну... Два таких пака с тяжелым мэком, там все дела, и с ними как бы возиться не очень приятно, если по нам будет шарашить этот берсерк. Они же еще ходят-то на каждый ход, то есть на каждое действие бойца. То есть так по-читерски они поступают. Так, вот сюда тогда гранатку можно закинуть. Раз они не хотят шевелиться, мы тогда идем и будем им кидать гранаты. Флешки нет. Подожди, у кого гранаты? У тебя гранаты? Так, давай, ты сюда. Подожди. У тебя тоже... Это что за фигня такая? Почему так? Так, давай, ты сюда. Ты давай куда-нибудь, я даже не знаю. С этой стороны, может быть, посмотреть. Ну давай, ты сюда. Подходим, короче. Подкрадываемся. Давай, ты сюда. Ты. Ну ты вот сюда тогда встаешь. Окей. Ждем. Надо напасть в какой-то подходящий прям момент. Так, эти уходят, хорошо. Пускай уходят, тогда мы сейчас кидаем вот этим бомбу. Сносим им всю броню. Вот так вот, да? И не слабенько их прикуриваем. И еще можно будет по ним вполне себе так даже неплохо пострелять. Вот так. Ты давай вот сюда тогда переходи. Так, троих видит, хорошо. Здесь гранатку кидаем. Здесь дробаш и маяк-имитатор я на всякий случай оставлю. А вот здесь мы... Вперед все равно не побежим, поэтому здесь боеготовность. Здесь будем стрелять, кнутом хлыстать, кстати, вот этого мэка. По нему урон 12 пройдет, да? Это очень классно. Работаем. Одна гранатка у нас только есть. Пошла жара. Сиди, не сиди, но... Так, две брони минус. Хорош. Урон, конечно, смешной, но... Две брони снесли. Так, один вышел. Второй вышел. И теперь... А Мэг встает на боеготовность. Серьезно? Ну вот эта штука один раз за задание, и причем она не тратит действия. То есть ей можно будет, в принципе, похлестать там. Короче, давай попробуем. У нас только вот так есть возможность выстрелить, да? 54. Топор тоже не хочу кидать, он действия не отнимает. Норм. Норм. Хорошо ему вошло. 90.
Пятачок. Хорош. Минус пак. И вообще такой прям бодрый пак. Я бы сказал, так, все перезаряжаются и все сидят. Мы теперь обнаружены. Слушай, здесь много патронов, но вот я не понял, почему. Мы, кстати, можем еще и свалить куда-нибудь, да? Куда-нибудь свалить. Так, здесь хорошо. Здесь можно как-нибудь вот так вот поплотнее сесть. Тоже перезарядка. Потому что когда эта фигня вот эта здоровая выбежит, нам некогда будет перезаряжаться на любое наше действие, даже на перезарядку. Насколько мне помнится, она будет предпринимать свое. А ее действие очень болезненное. Так, может быть, мы тогда как-то уже начнем потихонечку вперед выдвигаться. Так, есть. Прям понемножку. Ты, допустим, вот сюда давай. Залезем, посмотрим. Если что, убежим. У нас мобильности хватает. Плюсом у нас есть классный бонус, который забирает у них половинку хода, да? Ну как, не половинку, а одно действие. А у боссов, по-моему, этих действий три штуки. Останется только два. Так, по кому-то. Ой. Давайте, давайте, давайте. Сыпем. Сыпем. На боеготовности там. Давайте, накидываем. Отстой. Работаем, ребята. Давай. Ну. Оглушение какое-нибудь, давай. Отлично. Хорош. Отравление. Какое-нибудь добивание надо в нее. Три брони, блин. Но мы даже через три брони неплохо пробиваем. Так, бросаем топор. Может быть, это как-то нам поможет. В смысле, никакого там оглушения больше нету. Плохо. Тут можно кинуть грену. А вот этого парня надо, похоже, на передовую выводить, чтобы он, во-первых, стрелял, добивал, во-вторых, чтобы на него как-то... Да, блин. Чтобы эта тварь на него агрилась. Блин, блин. Так, здесь перезарядка. Так, еще добавляем тогда. Неплохо. Отравление работает. Эй, а этот удар-то? Во. Почему она только сделала? Почему она его сделала? Так, заморозка пошла. Давай только, чтобы не на своего. Давай, заморозочка. Было бы неплохо гранату под жопу ему кинуть, чтобы броню снести. И в следующий раз, когда мы его встретим, у него не будет... Кстати, можно же и поджечь его, например, да? На броню пофигу этому мечу. Пошли. Пошли резать. Вот так вот. Десяточка есть. Еще мясорубка. 11 еще с мясорубочки. Хорош. Он что-то там пытался шевелиться, если я правильно понимаю. Так. Это походили, походили. Маяк-имитатор навряд ли поможет. Так. Слушай. А у тебя вот, к сожалению, мясорубки нет, да? Так, пробуем. Может быть, мы его тогда добьем как-то... Давай, мясорубка и... О, призвать ворота, смотри. Глуши его, глуши.
Не давай ему уйти. Он пытается удрать. Так, мне надо как-то... Ах, действия закончились. Тут тоже действия закончились. Чем тебя можно заморозить? Отстой. Может быть, как-то его вот так вот закрыть, чтобы он не мог через нас пробежать. А, он все равно. Мы сходим, а он побежит. Так что это бесполезно. Ну, давай попробуем резануть. С каким шансом? 78, а стрелять 74. Было бы неплохо, конечно, гранату кинуть так, чтобы только его прикурить. Вот так вот, да? Без нашего бойца. Потому что мы сейчас ему собьем броню. И в следующий раз, когда мы его встретим, у него брони этой не будет. Что не может не радовать. Пойдет. Минус две брони. Заглушите его. Заглушите, да бей ты его. Ах ты, скотина. Свалил. Королева Берсерк, блин. Но побег правителя. Два очка способностей. Слушай, ну мы так-то как бы в 1 хп пережили нападение его. Мне кажется, это просто невероятная удача, или как это можно назвать. Ну, дали мы ему просраться. Так, дезориентация снята, это хорошо. Так, работаем. Занимаем позиции. Так, надо было перезарядить, конечно, его, но что-то я затупил. Так, тут тоже перезарядка. Тут перезарядка. Тут перезарядка. Так, так, так. Сейчас не спеша тогда, у нас ходов никаких нету, поэтому не спеша сейчас пойдем. Геннадий приходит в себя после дезориентации, это шикарно. Так, все, боеготовность. И все потихонечку подтягиваются сюда, вот, например, да? А, запалили все-таки. Но у них будет только половинка хода, нам самое главное убить теперь вот этого друга. Вот этого друга надо как-то убить. Он, конечно, упоротый, но... Пойдет. Он, конечно, упоротый, но... Поделал такое. Нормас. 55%. Шикарно. Так, ближайших паков я здесь не жду. В смысле, в ближайшем будущем. В ближайших окрестностях, так сказать. Поэтому мы просто выдвигаемся здесь всеми. Так, есть. Пошли потихонечку. Ты сюда, например. Ты, например, сюда. Ты сюда. Надеюсь, эти бочки не взрываются. Так. Ну давай, вот как-то вот так проходим, да? Нам туда надо двигаться, так что все норм. Здесь перезарядка однозначно, здесь боеготовность, а здесь просто догоняем народ. Надо больше оружия, которое контролит врагов, вот эти всякие оглушалки и прочее. Не совсем понял, почему храмовник не... А, у него, по-моему, одно... Вот это одна штука на... Свободные атаки по лю... Свободные атаки. По любым врагам. Находящихся рядом или нападающим с близкого расстояния. Свободные атаки по любым врагам, находящимся рядом. Берсерк этот, королева берсерков, стояла рядом и побежала в ворота. Почему его тогда не, ее тогда не ударило? Странно. Я вот этого не понимаю. Ну, то есть атаки-то свободные. Понятно, что это вроде как... Ой, что я делаю? Понятно, что это вроде как не тратит действия, подразумевается, но...
Но у меня только одно объяснение, что это может быть только один раз за ход, скажем так. Так, кто-то впереди. У нас гранаты вроде как еще у кого-то есть. У Марии, по-моему, есть гранатка. Так что мы себе... А, тут дверь есть, кстати, человеческая. Нормально, сможем пройти. Так, чисто. Пошли сюда. Я специально не спешу, чтобы нам здесь пройти так, как надо. Так, здесь подъем и никакого укрытия нету. Поэтому сюда. Здесь боеготовность. Так, ты чешешь тогда поближе. И вот так вот, да? Норм. Чисто. И вот она, эта штука, которую нужно заминировать. Пошли. У нас еще остался... Здравствуйте. Кто там? У нас остался неиспользованный маяк имитатор, который можно использовать. Так. Как у вас дела? Здесь мы добегаем с такой мобильностью, мы добегаем вообще до всех, да? С такой мобильностью мы до всех добегаем. Поэтому мы можем сделать вот так. А двоих? Эх, мешает эта приборная панель, конечно. По-моему, было где-то. Нет? Короче, вот этого морозим, а тех режем. Да? И будет, по-моему, норм. Так, замерзший. До этого не добегаем, поэтому этого режем вот таким вот образом. Свободен. Есть. Здесь с этой большой мобильностью режем вот так. Блин, что, неужели еще пак? Звание капрал открыто, отлично. Ядрышко, модифицированный лазерный прицел. Не, вроде норм. Давай, погнали. Эй! Ты что творишь? Кстати, мы могли еще вот этой штукой, удар хлыстом, что-то я его не увидел. Надо было еще им хлестануть. Так, на крышу я не хочу, там могут быть всякие турели и тому подобное. Поэтому вот сюда проходим. И чё? Заваливаемся. Как у тебя дела, дружище? Так, Вадим у нас не получил звание еще новое. И не получит, надо было им добивать. Но зато одно очко способностей, круто. Эх, как его перевернуло. Так, минируем. Давай. Хорош. Все. Ну и все, и отваливаем отсюда. А мы не отвалим, потому что у нас... ну, вы поняли. У нас пара человек уже походила. Так что... Конец хода. О! Здравствуйте. Ну-ка. Так. Свободные атаки, говорите, да? Давай, вот так. Может, кто-то здесь будет пробегать? Ты сюда. Ты сюда и перезаряжаешься.
Да и все, встречаем. Ты сюда. Норм? Ну, мне кажется, норм. А ты сюда. Блин, а если тот, который взрывается? Пожалуйста. Мне не надо того, который взрывается. Так чисто пройти миссию и спалиться. О, слава богу. Это, кстати, хороший ход сделать бойцов, которые взрываются, да? Потому что вот это, например, вот это, немножко по-читерному. Куда пошел? О. Да он умер уже, чё вы по нему стреляете? Вон, смотри, что творится, видел? Кого-то там таращит. Алло? Кого там? Кого-то там... Ты умер? Падай. Алло. Гудрин, кстати, получает повышение. Зомби поднимается, да? Посмертная верность. Вау. Чувата. Да ладно. Ну, пока в этом диапазоне можно, в принципе, и пострелять. Почему бы и нет? Так, сбиваем. Я просто не хочу вставать где-то прям рядом, потому что это может быть чревато. Именно о том, о чем я сейчас говорил. Что может быть взрывной парень в подкреплении, и это будет вообще не круто. Так, давай вот так. Давай, давай. Высаживай. Ну, робот на боеготовность станет. Это как бы очевидно. Он сдох уже, вы что творите-то? 11. Страж. Страж. Перезаряди и хлёпни еще на боеготовности. Подожди, какой ход пришельцев? Заряды X4 активированы. Так, у нас здесь молниеносные рефлексы есть, правда? Но мы можем как бы не страдать фигней. На. На, это тебе. А то вдруг что? Еще попадет как-нибудь. Так, Вадим. Нужна твоя помощь. Отлично. Угу. Ну и все, и надо отваливать. Сейчас тоже с подкреплениями с этими воевать как-то такое себе развлечение. Будем. Все. Все, надо отваливать. Все, подкрепления закончились. Адвент все понял. Адвент все понял. Норм. Ну, неплохо было. И, к слову сказать... К слову сказать, это минус 3 к проекту Аватара. И это очень круто, мне кажется.
И так-то вот с этими бонусами на оружие, на дамаг и на все такое, это прям вообще круто, да? Мы неплохо раздаем даже с этими, с магнитными пушками. Так, полевой врач. Да, давай. Ядро Элери, модифицированный лазерный прицел. Да, прогресс снижен на троечку. Ну-ка давай посмотрим на это. От комплекса пришельцев остались одни развалины. 6 дней, и нам дадут ученого. Ученый, хвост крученый. Мне ученый как бы... Или мы можем лабораторию построить, например, где-нибудь вот здесь, например. Мастерская, кстати, через один день будет. Мы этих инженеров возьмем, пересадим сюда, а гремлинов направим сюда и сюда. Но станцию надо для начала улучшить. И... А, подожди, не то. И более того, мне надо еще нарыть где-то 125 материалов за 2 дня. А где-то это понятно где. Потому что вариантов нет. 363 у нас доход. Давай, может быть, инопланетные сплавы продадим сколько-нибудь. Я понимаю, что они вроде как мне потребуются и все такое прочее, но... 125. Сколько там мне надо? Мне просто надо дополнительный приказ сопротивления улучшить. Да, и 2 единицы энергии он будет тратить. Неплохо. И через 2 дня, в начале следующего месяца, получается, мы сможем использовать дополнительную ячейку для отдачи приказов. Это очень хорошо. Слушай, подожди. Отдачи приказов? Что я несу? Может быть, правда, действительно приказов? А, нет. Показать улучшение. Цифровая сеть. Дополнительные... А, для отказов. Да-да-да. Понятно. Они одинаковые абсолютно. Я просто что-то подумал, может быть, я неправильно понял, и мы сможем там условно 2 группы посылать на задание. Мастерская. Давай. Мастерскую, к слову сказать, тоже надо улучшать. Да, 150 материалов. Короче, мне надо срочно... Так, ну мы можем вот так сделать. Плюс 2 гремлина, поэтому мы отсюда убираем, сюда гремлина толкаем. И сюда толкаем еще гремлина. Хорош, у нас освободились, да? В станцию связи мы можем посадить освободившегося инженера. И что-нибудь, например, построить, но... Мы потратим деньги на улучшение мастерской, и мы потратим деньги на улучшение станции связи с сопротивлением. Вот на эти мероприятия мы бабло влупим, которое... Подожди, 363 же показывало. Алло. Вот только что же смотрел. 288, с чего бы так? Давай, прогресс проекта Аватар 2. Так, этого замочили. Этого еще не нашли. Этот что-то у нас саботажник. Может предпринять. Повышает его силу в бою. Строительство нового объекта 3 недели. Ответный удар 3 недели. Значительно увеличен шанс появления избранных в бою. Вот это плевать. Пускай появляется, мы его будем мочить каждый раз. И получать плюс 5 очков. Хватает солдат. Блин, вот это тогда. Тогда будем скрыты и... При возможности. О, у нас сюда можно к заступникам, да, смотри, красный засунуть. Количество получаемых разведданных увеличено на 15. Беру. Скорость расчистки не нужна. Каждая поставка на больше 10. И вот это, например, можно, да? Солдаты истекают кровью, они умирают. Как вариант. Как вариант. Ну, потому что больше тут все равно. Вот это можно, конечно. Каждая поставка приносит на 10% больше материалов. Ну, когда
288 я в месяц получаю, это я 28, ну 29 материалов менять в месяц, менять на то, что солдаты могут умереть, как-то сложно. И то, что я продаю на 20%, будет стоить дороже, да, смотри. Прикольно. I understand, Commander. И к слову сказать, нам не хватит. К слову сказать, нам не хватит этого ничего, да? Так, давай, мастерскую улучшаем. Отлично. Улучшили. Так, здесь у нас что-то можно улучшить? Нет, мы здесь полностью все улучшили. И, похоже, нам придется еще одну электростанцию эту строить. Слушай, я, по-моему, как-то без нее обходился. Так, станция связи. Что тебе надо? Дополнительная... Давай, сюда, гремлина. Сюда, гремлина. Шикарно. Так, теперь у нас контактов 5 из 13. Энергия ровненькая. И остается только строить новую... Новое реле питания. А в оставшиеся два слота засунуть лабораторию и зал теней, как вариант, да? Станция связи с сопротивлением мне больше не нужна. Мне этих регионов по факту должно хватить. Так, один день здесь и два дня здесь. Давай... Разведданных 182, кстати. Поэтому можно и по материалам вот здесь ударить. Пускай, да. Там посмотрим сколько-нибудь. Соточку другую, может быть, поднимем. За 8 дней это. Так, улучшенное магнитное оружие. Хорошо. Плюс один урона ко всему. Круто. И на Иллерии, который я хотел, вдохновение у нас. Было 19 дней, стало 10. Шикарно. То, что доктор прописал. Давай. Отлично. Ни ранений, ничего. Сплоченность до следующего уровня. Хорошо, давай зайдем, посмотрим, что там со сплоченностью у нас. Засовываем их в центр подготовки. Давай, уровень 3. Улучшенная командная работа добавляет товарищу одно действие. Два применения забой, доступных любому из связанных солдат. Шикарно. Двойной удар. Стандартный выстрел, выполняемый и этим солдатом, и его товарищем. Для второго стрелка это действие бесплатное. Слушай, такой двойной залп, да? Это же вообще круто. Норм. Вы сколько там будете обучаться? 6 дней. Было 3, да, сначала? Так, что здесь у нас? Марти Андерсон и Артур. Марина Жигалова, Денис Катунин. Нет, это не то. Слушай, кстати, по поводу Дениса Катунина. По-моему, он мне писал, повязку надо на голову, да? Детали, шлем, головной убор. Бейсболка, шляпа, повязка. Вот такая, да? Окей. Так, ладно, с этим разобрались. Теперь. Что-то мы уже столько времени мотаем, а заданий все нет и нет. Пришельцы в шоке, наверное, от такого. О, да. Рейд за материалами. Тоже то, что мне надо. То, что мне надо. Поэтому в окрестностях замечены странники. Рекомендуется действовать осторожно. Поехали. Сюда мы обязательно возьмем, наверное, Виолетту. Пускай качается. Командир, вы должны быть уверены. Обнаружены странники. Ну ладно. В общем, с этим потом разберемся. Как-то вот так. Это у нас
То, что я уже смотрел, да? Марина и Денис, и Марти, и Артур. Это у нас те ребята, которые будут парами. Так, задание, кстати. Новое. Замедление развития проекта Аватар. Хо-хо, мы сами можем провести им теперь. Так, снайперские винтовки. Позволяет нам оснастить снайперские винтовки новыми стволами, повысив наносимый им урон. Хорош. Еще одна сплоченность. Подобрать добычу. Повышение дохода. Улучшение боевой смекалки. Очки способностей. ПБМ ультрауровня. И инженер. Инженер нафиг не нужен. Мне нужна мобильность так-то по-хорошему. Открывает на глобусе цитадель избранного и повышает влияние на фракцию. Слушай, прикольно. Ну вот замедление. За 5 дней мы можем замедлить проект Аватар. Это в целом неплохо. Очень даже неплохо. Давай, вот этих ребят отправляю, чтобы они в конце концов уже взаимосвязь установили. Так, вот так, да? Попадание в плен. 25 материалов. Слушай, что-то не хочется мне пока... Не-не-не. Что-то не хочется мне пока. Научный прорыв. Уклонение плюс 10. Так. Что же сделать? Сюда вообще троих можем отправить. Боевое ранение умеренный. Давай вот сюда их отправим. Улучшенные снайперки. Сюда ученого кого-нибудь засунем, а сюда господина Жигалова. Вот так, да? Вот, все, рисков нет. Шикарно сходит. Марина на передовой бегает, получит уклонение. Нормально. Пойдет. 5 дней. Кого-нибудь со вторым бы... А, и у меня там задание висит, все. На этом будем заканчивать. Поэтому все, ребят, на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. А с вами был Серега. Всем счастливо, всем пока-пока.